скорее бы июль. Я уеду в отпуск, но не на остров и не на юг. И не на север, я уеду в Кегунс, где меня ждут человек-печенька, доктор и избушка в розовых лосинах, где никто не в силах оставаться прежним, лишь рассвет забрежет, выйдут на поляну все. Люди-улыбашки, люди-открывашки, бутылей со смехом, будь ты хоть морпехом или политехом, станешь хохотать, станешь жизнь хватать жадными руками, жадными глазами. Оставайся с нами, если с головой, впрочем, и без башни, ты нам важен так же, если в сердце пламя, а в душе прибой. Если первогодка здесь пошутит робко, первым засмеется командир. Он ведь сам когда-то был простым солдатом на войне со скукой за веселый мир. Знаешь, друг мой, кто-то греет на курортах пузо, а для нас комфорта пузо ищем легких мы людей, а не легких путей. И на поляне все люди-улыбашки, люди-открывашки, бутылей со смехом, будь ты хоть морпехом или политехом, станешь хохотать, станешь жизнь хватать жадными ушами, эй, жадными глазами. Оставайся с нами, если с головой, впрочем, и без башни, ты нам важен так же, если в сердце пламя, а в душе прибой. И когда-нибудь внукам своим я расскажу историю, как зачастил в один санаторий я, и пусть не был тогда он еще пятизвездочным, да и не всегда там было солнечно, зато обладал он хорошим свойством, прекрасным таким свойством. Люди там были просто улыбашки, просто открывашки, бутылей со смехом, будь ты хоть морпехом или политехом, станешь хохотать, станешь жизни хватать жадными ушами, жадными глазами. Оставайся с нами, оставайся с нами.